И сестры, мы приветствуем вас на нашей библейской школе, в которой мы все учимся, наполняемся истиной, которая делает каждого из нас свободным человеком. Я верю, что Бог через истину и Слово Свое совершит свою работу в каждой жизни, в каждой судьбе, и ты увидишь свое чудо, свой ответ, и мышление Твое изменится. Хотел бы прочитать и обратиться, как всегда, к Истинник Библии, это Псалом 46, и после этих слов будем славить вместе Господа. С первого стиха тут так написано, начальнику хора, сынов Кореевых, Псалом. Тоже, если тут был начальник хора, это значит, что они поклонялись постоянно Господу. Второй стих написано, «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости». Бог всегда достоин всей славы. Аминь. Третий стих написано, «Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всей землей, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте». Четыре раза написано пойте, чтобы мы пели от всего сердца. Ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно. Бог восцарился над народами, Бог воссел на, на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божьей Он превознесен над ними. Во имя Иисуса Христа будем петь. И прославлять вот этого великого Бога, которым мы читаем в Псалмах. И давайте возвеличим его. Возвеличим в наших сердцах в это утро и в этот день. Потому что Бог достоин всегда. Аллилуйя. Будем славить его. Драгоценный Отец, мы благодарим Тебя, мы превозносим Твое великое святое имя. Ты достоин всей славы. Ты достоин всей чести. Ты достоин поклонения. Мы открыты для Тебя в этот день, который Ты сотворил для славы Своей, чтобы еще и еще благодарить Тебя, от всего сердца превозносить Тебя, нашего Спасителя, Царя всех царей, Бога всех богов. Слава, слава, слава Тебе, Иисус, по всей земле, во всех племенах, во всех народах пусть Твое имя будет прославлено и превознесено. Наш Спаситель, который записал наши имена в книге жизни. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Тебе вся слава, тебе вся честь, в тебе поклонение, Иисус. агнец Божий, закланы за нас, чтобы мы были спасены. Спасибо тебе, Иисус. Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я возвал, Он услышал меня, окружили и сильно толкнули меня. Но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной твоей, в тесноте я позвал, Он услышал меня, окружили и сильно, толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя, вот, Кому принадлежит вся жизнь моя, огнец Божий взял мой грех, дал распять себя вот кому принадлежит вся жизнь моя В каждой ране твоей Приклю тебя Вот кому принадлежит вся жизнь моя Каждый год взял мой грех, то распят себя Вот кому принадлежит вся жизнь моя В каждой ране твоей Приклю тебя

Аллилуйя! Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я возвал, он услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня. Но Господь поддержал, он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я возвал, он услышал меня. Окружили сильно, толкнули меня Но Господь поддержал, Он защита моя Вот кому принадлежит вся жизнь моя Огнец Божий взял мой грех, дал распять себя Вот кому принадлежит вся жизнь моя В каждой ради твоей Люблю тебя, вот кому принадлежит вся жизнь. А с Божий взял мой грех, то распят себя, Вот кому принадлежит вся жизнь моя, каждый ради не твоей, крик люблю тебя, крик люблю тебя, крик люблю тебя. посвящаем свои сердца Тебе, Иисус. Мы посвящаем свои жизни Тебе, так как Ты отдал за нас свою жизнь. В этот день мы еще раз и еще раз посвящаем Тебе свои сердца, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты наша жизнь, Ты путь, Ты истина и Ты жизнь наша. Благодарим Тебя. Шита раба, шейла рама.

Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Иисус, вот кому принадлежит вся жизнь моя. А Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит. Вся жизнь моя, каждый ради Твоей, Ты люблю тебя, вот кому принадлежит вся жизнь моя, Огнец Божий взял мой грех, дал заспять тебя, вот, кому принадлежит вся жизнь моя, каждый ради твоей, Крик, люблю тебя. Аллилуйя, Иисус, спасибо тебе каждой ране Твоей, каждой капли Твоей святой крови на Голгофском кресте. Крик, что Ты любишь каждого из нас. Мы благодарим Тебя за эту цену, которую Ты заплатил всей своей жизнью, чтобы спасти нас, чтобы оправдать, чтобы милость Твоя, она покрыла каждого из нас. И Ты даровал нам все новое, все новое. Мы новое творение во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Бог богов, Царь царей. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Аллилуйя. Мы будем еще и еще славить Тебя. Мы будем петь для Тебя. Мы будем поклоняться Тебе. Наш дорогой Господь, мы восхищаемся Твоей красотой, Твоей щедростью, Твоей милостью. Аллилуйя! Вся слава Тебе, Иисус! Ибо Господь есть Царь, Великий

Святой Господь, мы поклоняемся, драгоценный Бог, только тебе. Аллилуйя, ты взял нас в свою обитель. Мы овцы твои пасты. Благодарим тебя, святой, святой, святой. Кейла Слава, слава Тебе! Мы поклоняемся Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, что Ты наш Бог! Он есть Бог наш, и мы народ, пасты Его и овцы руки Его. Он есть Бог наш, и мы народ. Паствуй его, и овцы руки его. Он есть Бог наш, и мы народ. Паствуй его, и овцы руки Богами, ибо Господь есть Бог Великий, великий и Он всегда с нами Ибо Господь есть и Ибогдами, Ибо Господь есть Бог Великий, Великий, И Он всегда с нами, Ибо Господь есть Царь Великий, Великий славим тебя, мы поклоняемся тебе, благословляем твое великое святое имя, превозносим тебя, благодарим тебя, наш Бог, сила наша, крепость наша, спасение наше, упование наше. Мы славим тебя, мы превозносим тебя, мы благословляем твое имя, Дух Святой. Я молюсь, чтобы сегодня твое помазание действовало на нашей жизни, на наших сердцах. И я прошу Тебя, Господь, благослови. Пусть истины и Слова Божьего вселяются в нас обильно, со всякой премудростью. Научай нас, наставляй и веди нас своими путями, Господь. Слава Тебе, Отец Небесный. Амен. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Доброе утро, братья и сестры. А -а -а -а. Рад, что могу сегодня обращаться со Словом Божьим, к людям, которые расположили свое сердце, его слышать, к ученикам Иисуса Христа. Господь сказал, и я не устаю это повторять, что те, кто прибудет в моем Слове, прибудет в моем Слове, те будут истинно моими учениками. И первая церковь, она услышала, что сказал Иисус Христос. И написано, они ежедневно пребывали в учении апостолов. Дай Бог, чтобы сегодня каждый человек а, также это услышал. И мы могли ежедневно пребывать в Слове Божьем. Знаете, когда мы перестаем пребывать в Слове Божьем, Библия говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме то Бог предал их, предал. Чему предал? Там перечисляется множество грехов, множество пороков и множество беззаконий, которые захлестнули души, сердца, умы людей только потому, что люди не заботились иметь Бога в разуме. Давайте будем об этом заботиться. Я понимаю, что в сутках 24 часа надо поесть, надо поспать, надо поработать, и времени очень мало. Но, с другой стороны, дорогие мои, мы знаем, что э, нам важно уделять время Господу. А уделять время Господу — это уделять время для Слова Божьего и для молитвы, чтобы числа нашего разума были припоясаны истиной, знаете, припоясаны. Павел не зря взял это слово припоясаны. Это обозначает подтянуты, это обозначает стянуты поясом, стянуты. Знаете, мозги наши должны быть стянуты поясом, чтобы они не, не были расхлябаны, не болтались в разные стороны, не уклонялись вправо-влево. Мы должны быть ограничены Словом Божьим. Слово Божье ограничивает наши действия, ограничивает наши поступки. Амен. Поэтому давайте будем пребывать в Слове Божьем. И мы продолжаем говорить о, о тех причинах, которые могут стать, которые могут привести человека к одержимости. Что такое одержимость? Мы говорили, что Дух, который вселяется человека. Он передает человеку свой образ. То есть люди меняются согласно того духа, который в них вселяется. Если злой дух, человек становится злым. Если это дух немощи, человек становится вечно больным. Кстати, что я заметил в своей жизни и в своем служении. Эти два духа, они очень часто идут рядом. Там, где злоба, там, где ненависть, там, где вечное обвинение, осуждение других, там параллельно идет целый букет заболеваний. Поэтому а, люди злые, они открываются для демонов, для бесов, а, немощи и болезни. Там, где дух блуда, там человек постоянно ненасытим в своих сексуальных потребностях. Знаете, очень важно, чтобы наши жизненные потребности не превращались в похоти. Почему? Потому что у каждого человека есть потребность. Есть потребность спать, есть потребность кушать, есть потребность общения, есть потребность одеваться, есть потребность секса. И каждый человек, он он имеет эти потребности, заложенные в Него Богом. Но Библия говорит, чтобы мы по печенье, по плоти не превращали в похоти. Так, например, еда может быть просто удовлетворением естественной человеческой потребности. Мы едим, чтобы жить. Но когда это становится похотью, человек начинает жить, чтобы. Есть и это отражается на его физическом состоянии. Понимаете, можно э -э просто быть, ну, необычайно толстым человеком. И я понимаю, что некоторые причины, это болезни какие-то могут быть у людей. Но некоторые причины и большинство их это то, что люди неконтролируемо едят. То есть это похоть. И следующий этап – это уже одержимость. Понимаете, когда человек э, ест, независимо от того, хочет он или не хочет, знаете, и там уже демоны, эти демоны обжорства, как написано, Богом их становится чрево. То есть это человек, который уже одержим. Есть потребность секса, и каждый человек, он эту потребность имеет, но кто-то находится в воздержании, да? кто-то находится в, ну, в состоянии, когда он не может эти потребности свои удовлетворить, знаете как нормальный обычный человек, если он ну, допустим ему надо потерпеть там два дня, не кушать, да, пойти в пост там два-три дня потерпеть не кушать, он же не бежит к мусорке, не вытягивает оттуда заплесневелый кусок хлеба и не ест. Почему? Потому что он имеет какие-то определенные границы и он может потерпеть, да. А, важно, чтобы это не стало похотью, потому что когда это похоть, человек будет удовлетворять себя самыми различными поп способами он будет смотреть порнографию, будет заниматься анонизмом если у него предоставится возможность там где-то с какой-то перес, проституткой переспать он это сделает не а, взирая ни на что то есть это очень важно братья и сестры чтобы наши попечения по плоти они не превратились в похоть потому что похоть а, зачавший рождает грех, а грех впоследствии рождает одержимость и рождает впоследствии смерть. Итак, дух, живущий в человеке, передает ему свою природу, свою сущность. Человек обидчивый, он имеет дух обиды. Понимаете, для него не важно, на кого обижаться. Он может обижаться одновременно и на весь мир и на конкретного человека. И причиной обиды могут служить какие-то мелкие вещи, мелочи. Если человек одержим, знаете, он, он реагирует на любую мелочь. То, что другие люди, они, допустим, не замечают, да, они не обращают внимания, там, ну, сделали замечание человеку, что-то сказали. Обычный человек, он отреагирует нормально, он скажет, да, хорошо. Человек обидчивый, а обида, как известно, это обратная сторона гордости, да, его цепляет каждая мелочь где его посадили как к нему обратились как к нему подошли что ему сказали какие какие какой подход к нему имели то есть масса различных вещей для него играет определенную роль и как мы говорили на прошлом занятии что одна из причин одержимости и я так долго об этом говорил, потому что это очень важно, это гордость. Библия нам ясно говорит о том, что Бог гордым противится. Якова 4.6. В чем видно противление Бога? В чем показано противление Бога? Когда Бог видит гордого человека, Бог снимает с него свою защиту, свою ограду, и свое покровительство. И таким образом человек становится открытым, человек становится распахнутым, то есть его двери открыты для бесов и демонов. Книга Даниила, 4 глава, здесь рассказывается о императоре, о человеке, который имел такой имперский дух. Его можно очень сильно сегодня ассоциировать с тем же Путиным, да, который также имеет сегодня такой имперский дух, да, и этот человек он многое завоевал, многое достиг, и вот однажды ему снился сон. В этом сне он увидел, что а, стоит большое дерево, и там голос был: и "Дерево срубите, а корень главный этого дерева оставьте". Он пригласил всех своих экстрасенсов, тайноведцев, гадателей, чародеев. И, конечно же, пригласил Даниила, который имел дух живого Бога и который был руководителем всей этой странной бригады. И он рассказывал этот сон, но никто не мог ему его объяснить. И вот Даниил ему объяснил этот сон. Он говорит, за твои грехи Бог уберет тебя от царства на семь времен. Ну, скорее всего, это семь лет. И ты семь лет будешь больным человеком. Ты заболеешь. Целых семь лет ты будешь болеть. Потому что а, что-то произойдет. Что же произошло? Давайте прочитаем, что же произошло. 4, 24. Посему, царь, да будет благоводен тебе совет мой, искупи грехи правды, беззаконие твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Скорее всего, Навуходоносор не обратил внимания на совет Даниила. Поэтому все это сбылось над царем. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, Царь сказал, не это ли величественный Вавилон, который построил я, дом царства силой моего могущества и славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как был голос с неба. Тебе, говорю, царь Навуходоносор, царство – отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вала, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. В тот час исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей. Ел траву, как вол, рожалось тело его росой небесной, как волосы выросли, как у льва, ногти у него, как у птицы. По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, разум мой возвратился ко мне, благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего. Итак, что произошло с Навуходоносором? Результатом того, что он был наполнен этой гордыней, он гор, гордый человек, он говорит, я построил во славу моего величия, для славы моей, да, то есть он лишился божественного покровительства, и в него вошли демоны, которые, ну, связаны с чем-то звериным, да, с чем-то нечеловеческим, и эти демоны передали ему свою сущность, поэтому он начал вести себя как... Животное, как животное. Почему люди начинают вести себя как животные? Знаете, у них животный секс, у них животное э, стремление там кушать, он не может нигде остановиться. У них животный страх, животное злоба, ненависть. Почему? Потому что в человека вселяются соответствующие бесы. И семь лет... Но а Навуходоносор страдал этой одержимостью, и только через 7 лет он получил свободу от этого всего и вышел из-под этого демонического контроля, вышел в полном смирении, в поклонении Богу и сказал, что теперь я понимаю, что Бог великий, и Бог делает то, что хочет. Поэтому, братья и сестры, давайте... Жить в смирении, давайте ходить в смирении, давайте будем смиренными людьми. Следующая, третья предпосылка к одержимостью это утрата человеком ответственности за свое исцеление, освобождение или же спасение. Знаете, когда человек приходит к Богу, когда человек встречается с Богом, когда человек обращается к Богу, он открывает свой дух, он открывается для Бога душевно, духовно. Его сердце становится э, распахнутым. И естественно, когда человек открыт для духовного мира, то он становится восприимчивым, как то кажут на украинской мове, чутливым. Он становится чутливою людиною, И он восприимчив и к э, позитивному, духовному миру, то есть к Богу, к ангелам, к Духу Святому, к духовным песням, к нуждам других людей. Он сострадательным становится, он чувственный становится. Духовные люди, они обычно чувственные, они сострадательные. Они легко реагируют, они плачут, они переживают какие-то вещи. Но, когда ты открываешься для духовных вещей, Божьих, то естественно дьявол может этим воспользоваться. И люди также могут быть открыты для демонических вещей. Когда Бог тебе дает спасение, важно его не потерять. Когда Бог дает исцеление, важно его не потерять. Когда Бог дает тебе свободу, то есть освобождает тебя от демонов, важно эти вещи не потерять. Ты теперь ответственен за то, что дал тебе Господь, за то, что послал тебе Господь. И ты должен нести эту ответственность э, и очень серьезно к этому подходить. Понимаете, написано, чтобы мы в страхе Господнем совершали свое спасение. То есть Бог нам его дал, но в страхе Господнем важно это спасение совершать, чтобы ты его не потерял. Почему? Потому что если ты начнешь грешить, ты начнешь жить обычной мирской светской жизнью, то Библия нам э, говорит о том, что человек может получить э, что-то худшее. Да? Матвея 12, 43, 45. Когда нечистый дух выйдет из человека, тогда говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то написано, ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь домой, дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным, убранным. Тогда идет, берет с собой семь других духов злейших себя, и войдя, живут там. И бывает для такого человека последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом. Итак, Иисус э, исцеляя, освобождая людей, он их предупреждал. Знаете, как он э, исцелил человека, который был парализован, и он сказал: иди и не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже. Когда люди получают ответственно получают спасение, получают исцеление, получают свободу. Важно, чтобы они брали за это ответственность. Я вспоминаю историю, когда один парализованный человек, очень богатый, его привезли на коляске инвалидной к доктору Йонгичо, и он помолился за него. Он помолился за него с верой, с помазанием, тот встал с инвалидной коляски, начал ходить, и пастор, я ему сказал? сказал, слушай, тебе нужно какой-то период времени еще, э, по, по каким-то дням определенным, походить ко мне для того, чтобы я за тебя еще помолился. Ну, это важно, как бы, да. И этот человек приходил, какой-то период времени он приходил доктор Ингачев возлагал на него руки, он уже был не на коляске, он уже ходил своими ногами, он приходил со своими родственниками, и один раз он пришел в назначенное для него время, и пастор что был занят, какие-то были неотложные вопросы, и этому человеку пришлось ждать. Он ждал 10 минут, 20 минут, полчаса ждал, час ждал, и его не звали, и через час он просто на нервах, на психах, он так встал и сказал, да пошли вы все, не хочу я тут сидеть, не хочу я ничего ждать. И он буквально, как говорится, психанул, да, и из-за этих психов его снова разбил паралич, его снова посадили в инвалидную коляску, и впоследствии уже он не был исцелен, да. То есть, когда ты получаешь что-то от Господа – ты должен вести себя соответствующим образом, и ты должен соответствующим образом защищать свое исцеление, защищать свою свободу. Я знаю другой пример. У нас был брат, который был болен раком легких, и я за него однажды помолился и сказал, слушай, брат, ну, мое чувство такое, знаешь, мои такие эмоции, что надо молиться за тебя каждый день. Вот каждый день надо молиться, чтобы Бог тебя полностью исцелил и полностью восстановил. И знаете, он начал приходить каждый день. Причем из-за того, что ну, было много там разных конференций, библейская школа, было все, то иногда ему приходилось ждать. И один раз он пришел, когда у нас был в гостях Кент Матокс. Кстати, мы ждем его проповеди. И он попросил, чтобы за него тоже помолились, и Кент Матокс помолился за него. И так получилось, что ну, мы сказали, ну подождите, сейчас эти люди уйдут, и вы зайдете. И эти люди ушли, потом пришли какие-то другие люди, и, в общем-то, ну, честно сказать, честно признаться к нашему стыду, мы за него забыли. И он сидел возле кабинета два часа, он два часа ждал. И когда через два часа мы вышли, я говорю, вау, вы тут сидите, он говорит, да ничего страшного. Я подожду. И знаете, мы молились за него. Мы опять молились за него. И э, через буквально там несколько дней он поехал в больницу, чтобы провериться, от его рака в легких, от этой раковой опухоли в легких не осталось даже следа. Знаете, важно э, э, нести ответственность за то, что ты получаешь. От Господа. Итак, Библия нам показывает принцип, по которому бесы, проклятие, грех, болезни, они возвращаются. Написано, что если человек, он получил чудо, и бесы уходят, да, они где-то там ходят по безводным пустыням, но они не желают жить в безводных пустынях. Бесы желают жить в людях. И он вспоминает, что у него когда-то был дом, когда-то был человек. И он через какое-то время решает этот демон посмотреть, что в сердце этого человека, чем оно заполнено, чем оно заполнено. Братья и сестры, сердца верующих людей должны быть заполнены благодарностью Богу, молитвой, поклонением, Словом Божьим. Если твое сердце заполнено, там нет места дьяволу. И дьявол приходит в жизнь такого человека, который получил исцеление или получил свободу, и вдруг видит, что этот человек живет точно так же, как он жил. И тогда дьявол берет еще семь злейших, и они приходят и живут в таком человеке, и для него второе становится хуже, чем первого. первое. Нет пустоты в природе. Если ты не заполнил свое естество божьими вещами, то дьявол их заполнит своими вещами. Поэтому давайте, братья и сестры, нести ответственность за все, что дал нам Господь Иисус Христос. Дальше. Четвертая предпосылка к одержимости ⁇ это посещение мест. Поклонение бесам и демонам. 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Худые сообщества развращают добрые нравы. Хочу открыть вам первый псалом. Блажен муж который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. О законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод в свое время, лист, который он вянет. Во всем, что будет делать, успеет. Аминь. Итак, блажен муж, который не ходит не стоит и не сидит в собрании развратителей. Смотрите, есть места, где очень концентрирована демоническая сила. То есть есть места, где один бес, два беса, но есть места, где демонов очень много. И обычно это какие-то места поклонения. Бесам, места поклонения демонам. И на этих местах люди очень легко могут инфицироваться демоническими э -э какими-то вещами, и на этих местах бесы могут войти. Самое распространенное ⁇ это различные тайные общества, различные... Э -э Возможно, какие-то нацистские э, организации, да? Я, я говорю об этом. Это очень важно, понимаете, что такое нацистские организации? Допустим, Гитлер своими собраниями, своими собраниями, он э, демонизировал всю Германию. Вся Германия стала демонизированной. Почему? Потому что по всей Германии он проводил эти нацистские собрания. И везде люди кричали «Хай Гитлер!» Везде люди э, там э, аплодировали, наполнялись этим духом, да, превосходства, совершенства этой э, немецкой расы. Он называл ее арийская раса, да, и он везде говорил, что это превосходная раса, что она выше всех, что они сильнее всех, что они умнее всех, влиятельнее всех, прогрессивнее всех, и вот этот дух гордости, вот этот дух превосходства входил в сердца немцев. Немцев, которые по своей природе, по своей сущности вообще-то это тихие, спокойные, мне кажется, иногда даже чересчур тихие и чересчур спокойные люди. Если ты бывал в Германии, то ты знаешь, что в 8 часов вечера ты не услышишь, чтобы кто-то там громко разговаривал или э, кричал или пел песни или громко играл доработал телевизор такого вообще в Германии нет. Восемь вечера все вырублено, все выключено. Люди по своей природе культурные, вежливые, люди по своей природе очень отзывчивые, очень трудолюбивые, да. Для нас известна такая, такая фраза, да, немецкое качество. То есть это люди вообще не созданные для войны. Они не военные, они не военные люди по своей природе. Это люди совершенно для другого созданы, Они созданы творить, они созданы мирно жить, обустраивать все. Поедьте в Германию, посмотрите, как все обустроено, каждая Клумбочка, каждый, каждый бордюрчик, все покрашено, все сделано. Каждый заборчик, все обустроено идеально. Это вообще другая нация. Но из-за того, что они начали посещать вот эти все нацистские шабаши, да, где э, часами играла бравурная музыка, вот эту музыку, которую использовал Гитлер, да, он использовал специальную музыку, она разогревала людей. Они открывали свои сердца, и когда Гитлер выходил со своими речами, кстати, часто он проводил свои э, эти шабаши по вечерам. Почему? Потому что э, именно вечером он говорил, именно вечером воля человека ослаблена, поэтому он способен принять все, что ему скажут. Это его была технология, да? Он он раскрывал людей определенной музыкой. Потом были эти все красно-черные свастика, да, вот как сейчас в России это буква «З», да, буква «В». Они, ну, используют что-то, да, и везде это «З», везде это «В». Для чего они это все используют? Они это все используют для того, чтобы, ну, как-то людей зарядить, на определенное состояние, на определенные желания, да, и использовались эти видимые вещи, да, там флаги, э, эти кресты черные, да, все это использовалось, это было везде, использовались определенные приветствия, определенные возгласы, восклицания, и когда вот такой шабаш проходил, вот такое мероприятие, если так можно его назвать, люди раскрывались, да. И когда там звучало, что мы великая нация, мы всех победим, мы все завоюем, мы все заберем. Вот эти демоны, демоны ненависти, злобы, антисемитизма, они входили в обычных немцев. И обычные немцы преображались, они становились одержимыми людьми. Та же самая схема, она была в Советском Союзе. Все, кто там жил, вы, наверное, помните это, что были парады, были массовые митинги, также использовалась музыка, использовались оркестры, также выходили определенные проповедники, и конечная цель всего этого была, чтобы получить... Э -э отклик от толпы, чтобы толпа начала орать, толпа начала кричать там, да здравствует советская власть, там, да здравствует коммунизм, да здравствует там, и люди кричали, да, они распахивались, они открывались, таким образом входили эти демоны коммунизма, демоны советские, эти бесы, там духи нищеты, духи э, осуждения и так далее, и так далее, я не буду глубоко в это все входить. Рок-концерт, опять же, та же самая тема, да, на э, рок-концертах э, мер, Мерлина Мэнса э, просто происходят часто э, такие оргии, шабаши, когда он зубами там откусывает голову от курицы, да, выплевывает кровью, кровью этой брызгает везде, да, э, на каком-то рок-концерте там была либо точная имитация полового акта, либо полностью был совершен этот половой акт прямо на сцене, да, он рвет там Библию, рвет американский флаг и доводит таким образом людей до экстаза, до сумасшествия. И в состоянии этого экстаза, до состоянии этого сумасшествия Люди становятся одержимыми, они сразу же начинают употреблять наркотики. Также безпорядочный секс начинается, кто с кем, кто когда, кто во сколько. Когда собирались эти эти рок-концерты были у нас в Крыму на Казантипе. Там приблизительно все то же самое было. Приблизительно та же самая схема была. Да? Библия говорит, по плодам их узнаете, кто они такие. Да? Люди, посещающие вот такие вот места поклонения бесам, места поклонения дьявола. Я уже молчу за разные, разные места святые, там, да, где есть какие-то религиозные демоны в людей входят да там где-то якобы было явление якобы девы марии и туда люди приходят там приносят жертвы целуют эти места и там непонятно какими духами они наполняются но от этого они лучше не становятся вот что самое страшное так вот плохие сообщества худые сообщества развращают. Это не значит, что... Знаете, как ко мне один парень подошел, он говорит, пастырь, нету у тебя э, работы где-то в церкви, говорит, почему? Я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, да я вот в шахте работаю, там, говорит, все матерятся, все э, полны там злобы, ненависти и так далее, и так далее, и так далее, говорит, и мне хочется из этой атмосферы как-то уйти. Я говорю, понимаешь, ну из этого мира выйти мы не можем уйти из этого мира если бы мы могли уйти из этого мира нам бы надо было превратиться ну либо в монахов либо в отшельников каких-то да есть такие люди монахи отшельники которые уходят там где-то э, в хоры в леса они там живут ни с кем не общаются ни с кем не встречаются Бог сказал, чтобы мы жили в этом мире, и Он сказал, что Он победил этот мир, и Он сказал, что э, в мире будете иметь скоп. Но мужайтесь, я победил мир. То есть, когда я нахожусь в таких плохих сообществах, мне не надо оттуда рассчитываться, мне надо на них влиять. И если ты попал сегодня в роту, и ты сегодня на войне. И я понимаю, это очень такое сегодня ответственное действие, да, ты на войне, ты солдат, ты воюешь, и в результате того, что ты общаешься с людьми, люди начали молиться, люди начали слушать Слово Божье, это ты влияешь на них. Но если в результате общения, взаимоотношений ты начал материться, ты начал всех посылать, ты начал закурил, взял сигареты, да, запил и так далее, и так далее, то понятно, что теперь уже это сообщество начинает влиять на тебя, да. Поэтому мы должны влиять. Мы, мы свет миру, мы соль земли, мы город, стоящий на вершине горы. Итак, места, где поклоняются дьяволу, да. Нам не надо рассчитываться с работы, потому что ну, это не является местом поклонения дьяволу. Это просто ну, люди грешат. Да? Главное, чтобы ты не попал в это их влияние. И наоборот, окажи влияние на них, чтобы они жили святой жизнью. Но есть места, где целенаправленно. Поклоняются дьяволу. И Советский Союз это было одно из таких мест. Потому что все эти партсобрания, все эти парады, все вот даже Парад Победы это все э, часть идеологии. К чему эта идеология призвана? Она призвана людей заразить определенным духом. Почему 80 лет после победы в Второй мировой войне и до сегодняшнего дня? Эти все фитиши используются для того, чтобы люди, для того, чтобы люди э, жили этой тематикой, да, и говорили: мы победители, мы выиграли, мы победим. Там кто-то берет там мотоциклы эти, они ставят эти красные флаги советские, они едут в Берлин там и, и там вот эти все крики. Мы можем повторить, мы можем все сделать заново, мы можем опять взять Берлин, и вот эти все надписи, знаете, на Берлин, да, это определенный дух, вот этот советский, вот этот вонючий дух, который показывает превосходство одного народа над других, превосходство одних людей над другими. А, братья и сестры, нам важно не попадать на эти места поклонения дьяволам. Это может быть и телевидение. Знаете, есть э, фильмы, песни, клипы, они э, не духовные, то есть в них нет никакого духа. Да, у них есть какой-то посыл, у них есть какая-то информация, у них есть какое-то влияние на душу человека, но есть э, фильмы, есть музыка есть определенные программы которые призваны демонизировать людей от чего это зависит это зависит от того кто это делал кто этим занимался знаете вот буквально недавно я вспоминал а, булгакова этот человек он а, имел неординарное искусство. И, допустим, его произведение «Мастер и Маргарита» э, — это, ну, вход в какие-то определенные уровни духовного мира. И это то, что он переживал, это то, что он ощущал, и это то, что он передавал в своих произведениях. Я где-то читал э, такую статистику, что практически э, Процентов 70 вот тех артистов, которые играли в фильмах, играли в спектаклях Мастер Маргарита, они болели раком, они разводились, они оканчивали жизнь самоубийством, они погибали в автокатастрофах. И кто-то провел эту параллель, что это произведение оно настолько демонизировано, что оно демонизирует всех, кто с ним связывается. Я помню с дочкой еще давно, там где-то лет, наверное, 12 назад, мы были на спектакле ⁇ Собачье сердце ⁇ в Ялте. И, знаете, это ну, сам, само по себе произведение, оно смешное. И оно такое очень... Як то кажуть, українською мовою дуже влучне таке, воно е якби, показує якісь тайні наміри людини, тайні інстинкти людини розкриває. Це дуже таке влучне, е е влучний такий твір. Да? Но, коли ми вийшли відтуди, ви знаєте, таке було якогось убитості, депресії за ним стояв нехороший дух. Есть, э, есть те мероприятия, есть те, э, те э, какие-то вещи, за которыми стоит Божий Дух, и даже общественные. Знаете, в 2004 году я вспоминаю этот Майдан, и что бы там кто ни говорил, но я там был, я был там. И как духовный человек, я видел, как люди молятся, как люди вежливо друг к другу относились. Я не был на Майдане 2014 года, я не могу ничего сказать, но за четвертый год я могу сказать, как люди преображались. Знаете, за время этого Майдана вообще никто не употреблял алкоголь, никто не матерился. Да, все там кричали, там, Янукович, геть, там, и так далее, но не было, знаете, такой озлобленности. Наоборот, люди друг другу помогали, друг друга поддерживали. Мой такой же был и в 14 году, я просто там не был. Но то, что я чувствовал, знаете, когда люди молились молитвой чинаш там, я чувствовал это присутствие, помазание. И это на том Майдане в четвертом году, там была реально рука Бога. Хотя это было такое огромное массовое мероприятие, хотя оно казалось бы, было направлено против действующей власти, ну или человеком, который пытался стать действующей властью, да, но тем не менее там присутствовал Бог, там присутствовал Дух Святой, это было ощутимо, это чувствовалось. И наоборот, когда ты попадаешь на какие-то, знаете, я попал на выступление женщины-экстрасенса, я уже не помню, звали ее как-то там Стелла или как-то так. И она приехала в наш маленький город э, ДК Шахтеров на 525 мест, оно было переполнено. И я специально решил пойти посмотреть, что это, что это за безумие. И когда я начал слушать это все, знаете, атмосфера, она сильно отличалась от атмосферы того же Майдана. Это была гнетущая, давящая атмосфера, когда людей просто под какую-то булькающую музыку в полутемном зале. Там э, по, по, по шторам бегали такие синеватые цвета, и их пытались втянуть в какую-то странную идею, да? что вот я могу своими руками достать из твоего тела определенные болезни, могу их вытянуть, эти болезни, могу их выбросить. И эта женщина нагнетала эту атмосферу, и люди сидели чисто загипнотизированы, потому что там ну, присутствовал этот гипноз. И, конечно же, это тот дух, в котором, та атмосфера, в которой духи а, нечистые вселяются в сердца людей. Мы должны очень внимательно относиться к различным местам, потому что какие-то из этих мест, они могут стать э, причиной нашей демонизации. Братья и сестры, давайте будем осторожно к этому относиться. Давайте будем духовными людьми и ощущать, где работает Дух Божий, а где э, Дух демонический. Аминь! Слава Богу! Следующая предпосылка к одержимости, скорее всего, пятая, это медитация, медитация, медитация. И э, что такое медитация? Э, медитация э, имеет определенную цель, вход человека в духовный мир. Или как называется у людей, которые учат медитации, выход в астрал, в духовное состояние, чтобы ты путем определенного цитирована определенных мантр, ты перешел из духовного, из физического состояния в состояние духовное, в состояние духовное. И выход в астрал зачем нужен? Для того, чтобы человек мог посредством медитации, выйдя в астрал, получить какие-то сверхъестественные, либо знания, либо способности, либо предсказания какие-то получить. То есть у медитации, как и у молитвы есть конкретная цель. Если хотите, то медитация ⁇ это э, жалкая копия молитвы на иных языках. В чем суть молитвы на иных языках? Библия говорит, что когда Дух мой молится, разум остается без плода. Другими словами, нам нужна нужен, нужна молитва духом для того, чтобы наш разум не ограничивал Бога, не связывал Бога, потому что Бог больше нашего разума. И когда я говорю духом, я говорю тайны Богу, тайны своим духом и своего духа, я высказываю Богу определенные тайны, и мой разум меня не ограничивает. Потому что, когда я говорю своими словами, то я говорю, исходя из своего мышления. Когда я говорю духом, я говорю на иных языках. Так вот, медитация – это жалкая подделка молитвы на иных языках. Когда духовный учитель, гуру, он дает своему ученику определенную мантру. И если это, допустим, медитация среди там, кришнаитов – или среди там буддистов да то там естественно дают э, мантры с именами э, тех богов которым они поклоняются например там Хари Кришна Кришна Хари и так далее и так далее и э, кришнаиты они часами медитируют для того, чтобы им было это легче делать. Они там имеют какие-то четкие, они их перебирают эти четкие, да. То есть они как бы каждая четко отсчитывает, сколько он раз там произнес это имя э, Бога. И э, таким разу, таким образом разум отключается. И человек призывая это это имя или призывая этот дух, он входит в контакт с этим духом, с духом Кришны или с духом Будды, или если это там какая-то другая медитация там с другим каким-то духом. Что такое мантра? Мантра это имя демона, которого ты э, должен призывать. И как 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 много как зависит от того, насколько долго человек этим занимается и насколько глубоко он себя в это посвящает, результатом этого может стать реальная одержимость. И бесы могут войти в жизнь человека. Почему я говорю об этих предпосылках? Потому что когда мы завтра будем молиться, а я верю, что мы посвятим молитве вторую половину, нашего занятия, то есть первую половину я еще немножко поговорю завтра о проклятиях и о том, как освободиться от проклятий, а вторую половину наших занятий, которые мы обычно отдаем проповедникам, мы посвятим молитве, я думаю, мы будем молиться минут 40-45 и хотелось бы, чтобы все, кто желает получить свободу от всякой одержимости, от любой одержимости, я подробно это все рассказываю сейчас, для того, чтобы вы понимали, если в вас в жизни это было, то это возможно вы приобрели одержимость в какой-то сфере своей жизни. Поэтому если в вашей жизни была медитация, вам нужно на это обратить внимание, нужно это вспомнить, и мы можем об этом молиться, чтобы Бог вас освободил. Итак, следующая предпосылка к одержимости ⁇ духовное невежество родителей. Духовное невежество родителей. Седьмая, шестая. Надо поменять. Шестая. Шестая. Итак. К великому сожалению, друзья, к великому сожалению. В нашей стране до сегодняшнего дня напрочь отсутствует духовное образование среди народа. Людям не рассказывают, что принадлежит Богу, что принадлежит дьяволу. И поэтому в мозгах у людей существует такой микс, смешанность. Они не понимают, что принадлежит Богу, что принадлежит дьяволу. Из-за духовного невежества. Знаете, мы делаем то, что повелел нам Иисус. Иисус сказал, идите и научите народы. Народы надо научить братья и сестры, народы надо научить духовным вещам, для того, чтобы они могли различать свет от тьмы. Это важно, потому что, когда человек теряет духовное развлечение, и он перестает различать свет и тьму, то очень часто он впадает в различные э, заблуждения. Когда Филипп проповедовал, то написано, многие люди сжигали свои книги, которыми они колдовали. Другими словами, он принес в город самарийский свет. Он рассказал, что вот то, чем вы занимаетесь, это колдовство, это оккультизм, это то, что имеет демоническую природу. И вы... Должны от этого избавиться. Люди сжигали книги. Когда мы, мы проводили раньше там, палаточное служение, я вспоминаю то время, когда мы проводили палаточное служение, и э, на, на палатке всегда было распределено время. Были проповеди об исцелении были проповеди о помазании Духом Святым, о крещении Духом Святым, и был один день всегда посвящен свободе от оккультизма. И в этот день люди со всего города, они сносили книги об экстрасенсорике, сносили всякие амулеты, сносили э, какие-то знаки зодиака, то есть все, что э, прямо или косвенно касалось демонических вещей, они сносили, мы ставили возле палатки такую большую бочку, и зажигали там, и все туда бросали, и все туда сжигали. И это правильно, потому что у людей появлялось знание, что Божье, а что дьявольское. Мы должны людям принести свет, потому что там, где нет света, там люди... Дьявольские вещи почитают Божьими. В книге Деяния святых апостолов мы встречаем историю, историю о том, как апостолы проповедовали, и там был Симон, Симон, надо найти это место, Симон Волх был о котором э, все говорили, что вот этот человек великая сила Божья, великая сила Божья находился же в городе муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ, выдавая себя за какого-то великого дальше. Ему мнимали все от малого до большого говоря все есть великая сила божья смотрите что такое невежество когда люди э, дьявольские вещи они выдают их за Божьи и пока в этот город не пришли апостолы и не начали проповедовать Слово Божье, весь город, все знали, говорят, вот это Божий человек, Симон Волк. Но когда пришли апостолы, и они проповедовали Слово, они открыли людям истину, они просветили их, они убрали из их мозгов невежество, люди поняли, что оказывается этот человек не сила Божья, а это волк, это колдун, и написано, что даже сам этот колдун обратился к Богу, покаялся. И единственная его была проблема в том, что он принес апостолам деньги. И он хотел за деньги купить дар Святого Духа, чтобы использовать теперь Дух Святой для того, чтобы дальше лечить людей. Нельзя использовать Дух Святой. Дух Святой может тебя использовать, но ты, Дух Святой, не можешь использовать. Ты бесов можешь использовать, но Дух Святой ты не можешь использовать, потому что он над человеком находится. И э, Петр ему сказал, молись, возможно тебе Бог простит этот страшный грех, этот безумный грех, возможно Бог тебе простит, потому что ты э, полон... Желчи, ты полон э, сребролюбия, ты, ты хочешь продолжать за деньги показывать какие-то чудеса. Так вот, э, из-за невежества, многие родители, они э, верят, что они обращаются к Богу, они принесли своих детей, они обратились сами в попали в демонические сети. Одна женщина мне рассказывала, она заболела и а, начала ходить к какому-то там человеку, который говорил: я лечу от Бога, я от Бога, вот я лечу все от Бога, я лечу, и Бог мне дал этот дар, я вот руками там как-то вывожу эти болезни там и так далее и так далее. Вот она первый раз ходила, второй раз ходила, да? И на третий раз он ей говорит, говорит, понимаешь, для того чтобы мы могли вот полностью тебя вылечить, надо, чтобы ты разделась наголо, и я разденусь наголо, я на тебя сверху ляжу, и вот полностью от тебя вот эта вся зараза отойдет, да? То есть э, люди из-за невежества, из-за вообще вот этой э, духовной, я бы сказал, так тупости, да, они готовы на самые тупые эксперименты со своей жизнью. Я уже молчу о том, как люди приходят к этим бабкам, которые выкатывают яйцами, почему-то яйцами на голове всю негативную энергию. Да? Они на руках выискивают эти линии, которые определяют жизнь человека гадают на кофейной гуще, они, значит, приворачивают и отворачивают, и очень часто Люди думают, что эти, э, эти чудеса приходят от Бога. Мы должны нести людям просвещение, потому что книга Осии, 4 глава, 6 стих, написано, что уничтожен будет народ мой, истреблен из-за недостатка ведения, недостатка, то есть из-за невежества. Дьявол никогда не скажет, что он дьявол. Знаете, есть, конечно, сатанинские церкви, есть откровенные сатанисты, но их, их, э, мизер, их очень мало. Обычно они подпольные какие-то, обычно они не афишируют себя э, очень ярко, да, они где-то прячутся, они где-то там э, скрываются. Обычно все. Колдуны, гадалки, экстрасенсы, они все говорят, мы от Бога. И только анализ согласно Слова Божьего, анализ согласно Слова Божьего может определить, что есть свет и что есть тьма. А лучше всего проповедь Евангелия, там где звучит проповедь Евангелия, там каются все. Я помню, я проводил служение освобождение в Харькове, прежде чем у нас там появилась мощная, сильная церковь, да, и появилось там здание, да, я провел десятки служений освобождения. И я вспоминаю эти тяжелые дни. Почему? Потому что перед каждым служением освобождения ты испытывал на себе какое-то давление, какую-то атаку, какое-то демоническое, присутствие, дьявол давил просто, да, давил на мозги, давил на сердце. Я помню, было очередное собрание, на котором я проповедовал об свободе, о свободе от демонов. И знаете, я боковым зрением увидел, зал огромный был, как по проходу идет мужик странного вида, он был весь в черном, у него здесь висел на груди перевернутый крест, вот. И когда его попытались там остановить группа порядка, он их перекрестил вот таким образом. Вот, и они его пропустили, и он пришел и сел прямо, плюхнулся на первый ряд и сидел, смотрел мне в глаза вот так вот все служение, когда я проповедовал. И когда я призвал к покаянию, призвал к молитве, он вышел на молитву, я говорю, а ты что хочешь? Он говорит, да я вот болею очень сильно, не могу исцелиться вообще, да. И я начал разговаривать с ним, магистр черной магии, человек, который занимается конкретно колдовством. У него ученики, у него офис, у него приемные дни, у него вот все как у всех, да, вот. И я начал с ним разговаривать, я говорю, здесь все просто, говорю, тебе надо понять, какой силой ты это делаешь. Он говорит, ну, понятно какой, не божьей. Понимаете? То есть человек, пришел на служение, и он сам это произнес. Он сам произнес, что его использует дьявол для каких-то вещей, какой-то манипуляции. Я молился за него, и Дух Святой сильно ударил его, так что он упал на землю. Он лежал, и он говорит, это такая энергия какая-то тяжелая, с него что-то выходило. Я не знаю его дальнейшую судьбу. Я не знаю, как он жив, жив, не жив, что с ним сталось, но сам факт, что там, где проповедуется помазанное Слово Божье, туда приходят люди и связанные с колдовством и с оккультизмом. Я таких историй могу сотни рассказать. Там, где помазанное Слово и где проповедуется служение, освобождение. Может быть, даже на подсознательном уровне туда приходят и колдуны, и экстрасенсы, и гадалки. И они приходят для того, чтобы получить, наверное же, эту свободу. Потому что где-то, возможно, подсознательно они понимают, что находятся под контролем дьявола, который ни к чему хорошему их жизнь не приведет. Итак, что... Происходит, когда люди невежественны, невежественные родители отвозят своих детей к бабкам, к колдунам, к экстрасенсам, к гадалкам. И ребенок, который еще э, не защищен Духом Святым, не защищен э, учением, ничем не защищен, он открыт и очень часто в детстве демонизируют детей, вселяют в них бесов, вселяют в них демонов. Поэтому все люди, которые в детстве их носили, там, водили, у них есть, есть такой вариант, что они могут быть одержимы. Родители из-за своего невежества также могут проклинать своих детей. Это еще одна сторона, негативная сторона, плохая сторона, Нашей жизни. Знаете, есть родители физические, есть родители духовные. И если я привел тебя к Богу, если ты в моей церкви спасся, получил крещение Духом Святым, исцелился, вошел в служение, вошел в призвание, стал кем-то. Здесь не надо гадать, является ли он моим духовным родителем или не является? Да, конечно, является. Так же само, если твой папа, твоя мама, они тебя родили, они тебя воспитали, они тебя кормили, поили, одевали, они тебя отправили в школу, они тебя выучили, да, то ты э, находишься под их духовной властью. Бог дал им духовную власть. Библия говорит, почитай, отца мать, будешь долго летен на земле, и будет тебе благо, то есть все будет в твоей жизни хорошо. И когда мы встречаем в Старом Завете ситуацию, когда один человек, он, он обзывал родителей, он злословил родителей. Когда Моисею донесли об этом, он сказал, побейте его камнями. Его просто побили камнями и все. Это грех, который несет на себе определенное проклятие. И вот родители, в их словах есть тяжесть, есть сила. Когда они что-то говорят в жизнь детей, оно может на них очень серьезно отразиться. Я помню, девочка пришла ко мне, ей было уже, наверное, лет 18, и она рассказывала свою историю. Она говорит, пастор, я проститутка, и я не проститутка ради денег. Знаете, есть проститутки ради денег, да, им деньги просто нужны. Она говорит, я проститутка, потому что я у меня сумасшедшая вот э, тяга к мужикам. Я сплю со всеми подряд. Мне без разницы, кто и за что. Я всегда это делал. И началось это с там, 14 лет. А почему? Потому что еще с детства, говорит мой пьяный отец, он постоянно говорил, проститутка ты такая, проститутка ты такая, проститутка ты такая. И его слова, имеющие духовную власть, они привлекли в ее жизнь соответствующих демонов, соответствующих бесов. И эти бесы определили ее будущее поведение что нужно понятно нужно разрушить это проклятие родительское это то что мы завтра будем об этом говорить и мы будем об этом молиться также и нужно изгнать демонов чтобы человек полностью освободился эта история в днепропетровске произошла когда а, а, у у, у, у Подростка у него были эти плеши, эти залысины на голове, у него волосы не росли, и они ходили к врачам, они все проверяли, и ну, все смотрели, говорили, ну непонятно почему, вот, ну не растут волосы и все на каких-то местах, и молились за него несколько раз. И однажды, когда мама была на инкаутре, она слушала эту проповедь, что родительские слова они имеют вес, они имеют силу, она слушала эту проповедь. И она вспомнила вдруг, четко, отчетливо. В детстве, когда он был еще малышом, у нее была такая привычка, глупая привычка. Они заходили в магазин, он говорил, мама, купи шоколадку. Она говорила, а не облезешь. И она так говорила постоянно. Он говорил, мама, купи игрушку. Он говорил, облезешь. Облезешь. И знаете, когда она это все вспомнила, и вот это Линия пролегла, она увидела всю эту линию, как это все происходило, она начала каяться, плакать и отрекаться от своих слов. И знаете, прошло какое-то время, там несколько месяцев, этот парень свидетельствовал вместе со своей мамой, у него такая шевелюра, у него на голове не было ни одной залысины. Вот что делают слова. Опять же, будучи связан временем, я не могу много примеров вам приводить. Но таких примеров очень много, потому что а, родительское невежество, оно приводит к тому, что дети, родители посвящают своих детей колдунам, бабкам, гадалкам, и оно приводит к тому, что родители произносят негативные слова на своих а, детей. Ну и еще одна предпосылка к одержимости а, это стресс, стресс. Я начну сегодня говорить о стрессе. Что такое стресс? Стресс признается в медицине как определенное психологическое состояние, которое нарушает работу всех внутренних органов. И прежде всего ума, чувств ну и всех внутренних органов. Как результатом стресса люди могут иметь сахарный диабет, люди могут иметь сердечное заболевание, как результат стресса люди могут а, иметь а, нервные заболевания, потерю сна, а, как результат стресса. У людей могут быть эндокринные заболевания, то есть касаются желез внутренней секреции, которые нужны для выработки нужных ферментов, да? Это результат стресса, а, простое проявление стресса, да? Человек а, имеет, допустим, какую-то паническую атаку, и его тело покрывается липким потом. У него начинают дрожать руки, у него путаются мысли, у него появляется смятение, непонятно, что надо делать, и все. Стресс, он проявляет в человеке полное отсутствие веры, потому что нас защищает вера, вера в Бога. Вера в Духа Святого, который покрывает нас, защищает нас. И состояние стресса – это экстремальная ситуация, экстремальная, которая показывает подлинное лицо человека. У кого-то проявляется панический страх, панические атаки. Один пастор наш рассказывал мне, где ты был, я тебя не видел месяц. Он говорит, я лечился в больнице. Что случилось? Он говорит, панические атаки. Просто вот так вот сижу, и меня отрывает меня э, страх, неопределенность, состояние такого давления. И это лечит. Это лечит, это болезненные, ну, это связано с определенными психическими нервными заболеваниями. Но стресс, он также становится открытой дверью для того, чтобы демоны и бесы вошли в человека. Вот поэтому Библия везде нас призывает, чтобы мы имели мир Божий в своем сердце. Пророк говорит: а я должен быть спокоен, должен быть. То есть Такая ситуация, что спокойным быть нельзя. Но я должен быть спокоен. Почему? Потому что если я поддаюсь этому стрессу, я открываю свою душу, открываю свое сердце, туда э, заходят определенные демоны. И как результат начинаются определенные проблемы, болезни и прочие вещи, которые могут поразить человека. Более детально о стрессе и о том, как при стрессе входят бесы, о проклятии, а потом как освободиться, и о том, о чем мы будем завтра молиться за освобождение, мы поговорим завтра. А сегодня мы рассмотрим еще одну предпосылку к одержимости, религиозное домогательство, только уже в исполнении пастора Алексея Ледяева. Я сердечно приветствую вас, уважаемые друзья. Те, кто сегодня на нашей площадке, площадке образования и просвещения. В такие непростые времена, слава Богу, за смелых служителей, которые, не обращая внимания ни на что, проводят учебный процесс. На самом деле это лишний раз подтверждает, что церковь, которую Бог создал, врата ада ее не одолеют. И я благодарю Бога за то, что параллельно решая столько сложных проблем, это и помогать людям в сфере милосердия и благотворительности, это и просвещение, учение, и также взаимопомощи другим людям и людям другой категории, конечно, это подвиг. Уверен, друзья, что... Сегодня все сдают экзамены. Кто-то на э, предмет благотворительности, кто-то на предмет смелости, кто-то на предмет верности Богу или неверности. Но, мне кажется, один из самых глубочайших экзаменов, который мы сегодня сдаем, это экзамен верности нашему Богу. Я понимаю, что много вопросов сегодня, на которые у нас нет конкретного ответа. И я думаю, что э, многие вопросы сегодня э, остаются вопросами, и, и неотвеченные вопросы как раз являются причиной э, подчас многих э, разочарований и даже ожесточения. И этот типичный вопрос, где Бог, почему он не помог и так далее, он стоит на повестке дня и как в одном из псалмов написано, что э, я, когда смотрел на это беззаконие, когда смотрю, э, как нечестивые процветают, как праведники страдают, то внутренность моя кипела. И там написано, что я был как скот. И я возмущался, я претензии предъявлял и людям, и Богу, доколе не вошел во святилище. И я думаю, друзья, вот в такое сумасшедшее время как сейчас территория святилища это самое безопасное место во первых а во вторых это место где мы получаем максимальное откровение откровение о себе откровение о церкви откровение о нашем настоящем и будущем и я благодарю бога что сегодня здесь мы ощущаем именно эту атмосферу святилища. Итак, сегодня вашему вниманию семинар на тему «Предпосылка к одержимости. Религиозное домогательство». В этом разделе есть многогранный аспект, каким образом человек становится обиталищем бесов. И прежде чем мы Коснемся конкретики э, насчет религиозного домогательства, сам принцип одержимость, хотел бы пару дефиниций внести э, на этот счет, точно так же, как Бог, великий и всемогущий, сотворивший концы земли, сотворивший этот мир, и который бы хотел и который бы мог с человеком общаться просто как Бог с человеком, это тоже один уровень общения и служения, когда Бог обращается к человеку и говорит, что он думает насчет него, а человек, смотря на Бога, отвечает ему. И вот этот уровень взаимоотношений это великолепно, и это прекрасно, но это только предварительный уровень сотрудничества с Богом. У Бога намного мечта глубже. У Бога была мечта намного серьезнее. Не просто общаться с человеком и открывать ему свои тайны, ты человек, а я Бог. То есть со стороны э смотрю на человека. У Бога изначально была великая мечта поселиться в человеке. Как написано, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. У Бога мечта, как у Творца, однажды превратить человека в свое собственное жилище, чтобы Христос жил в нас, чтобы Бог жил в нас, чтобы Дух Святой жил в нас. На секундочку себе представьте, что задача Бога превратить человеческое естество в храм живущего в нем Святого Духа, в царство, которое внутри, на престоле которого Христос, и более того, вся Троица. Если соединить все места, говорящие об этой тайне благочестия, написано, что Господь стучится у дверей сердца и говорит, я хочу войти и обитель сотворить, и я войду, и Отец войдет, и Дух Святой. И практически максимальная задача нашего Бога относительно серьезнейшего сотрудничества – это превратить человека в Дом Божий, превратить внутреннего человека – в обиталище э, самой Троицы. То есть, о чем речь идет? Речь идет о том, что не может быть максимального эффективного сотрудничества человека с Богом, если сам Бог в своем величии не войдет в естество человека. Что такое крещение Духом Святым? Это. Дух Святой с вами и в вас пребудет. То есть у Бога есть огромное желание, чтобы и Отец, и Сын, и Дух Святой могли поселиться в человеке. И это его мечта, потому что только при этих условиях, возможно, максимально эффективное сотрудничество. Ему должно расти мне должно умоляться, а ему должно возрастать. С другой стороны, Павел молится о своей церкви и говорит, дети, доколе я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. То есть главная задача Бога по отношению к рожденным свыше, сыновьям и дочерям Божьих, это явить себя в лице своих сыновей и дочерей. Генетика физическая отражает естество земных родителей, а генетика духовная, она отражает в человеческом естестве образ и подобие Божье. Почему я это говорю? Да для того, чтобы мы с вами поняли, что сама концепция одержимости – Говорит о том, что у самого дьявола есть точно такие же амбиции. Он ничего нового не придумал, он все лишь делает лишь то, что видел у Бога. Поэтому то, что мы сейчас вот говорили о великой благочестии тайне, когда Божественное естество поселяется в человеке дьявол, он берет гостайны Царства Божьего и приватизирует, и пытается воспроизвести то же самое. Только это уже на его уровне называется не великое благочестие тайна, а великое беззаконие тайна. То есть, если Бог желает человека превратить в свое жилище, то и дьявол пытается делать то же самое. Если у Бога есть свои требования и свои предпосылки к тому, чтобы человек стал домом Божьим и жилищем Святого Духа, храмом, живущего в нем Святого Духа, у дьявола свои предпосылки. Дьявол не успокаивается тем, что он со стороны разговаривает с людьми. Помните, Каин, у дверей сердца твоего грех лежит, Он влечет тебя к себе, но ты господству над ним. Грех это комбинация и демонического э, свойства, и также и соблазна. Поэтому, когда дьявол снаружи, это лишь первый этап попытки оккупировать человеческое естество. И у дьявола есть свои предпосылки к тому, чтобы человек открыл свое естество и свое сердце. Почему написано «не давайте место дьяволу»? Потому что сначала дьявол начнет рекламировать запретные плоды, грехи, беззаконие, мерзость, извращение, чтобы разбудить в человеке интерес к этим делам. А потом, а потом уже когда человек начнет исполнять его заповеди ну если говорить в кавычках тогда возникают все предпосылки чтобы этот э, бесы и демоны которые были снаружи они могли поселиться в самом человеке вы помните дом очищен дом э, выметенный но хозяина в доме не было. И Библия говорит, что когда бесы вышли, они потом говорят, пойдем подумаем и посмотрим, что там с нашим домом. И когда они увидели, что в доме хозяина нет, берут семь злейших и снова возвращаются. И Иисус Христос говорит, с такими людьми бывает ну, последнее хуже первого. То есть мы должны с вами понимать, друзья, что предпосылки к одержимости имеются ну, разных категорий. И вы уже, наверное, это проходили. Есть э, гордость, есть э, оккультизм, есть э, очень часто э, причина одержимости э, оккультизм. И одна из них это религиозное домогательство. Я бы хотел в нескольких словах объяснить. В человеке есть потребность. В человеке есть потребность поклоняться, зависеть, обожествлять. И если исчезает с твоего э эпицентра жизни один Бог, у человека есть потребность кому-то принадлежать и кому-то поклоняться. Это странная вещь. Отворачиваясь от Бога, Великого и всемогущего, который сотворил небо и землю, природа человеческая, она будет искать какого-то другого Бога, чтобы зависеть. Но вот подумайте на секунду: мы говорим религиозное домогательство. Я говорю коротко, вы все эти истории знаете, не буду тратить время на чтение этих текстов. Представьте себе, 50 дней прошло с тех пор, как израильский народ вышел из Египта. Представьте себе. И вот они пришли до горы Синай. И Моисей сказал, ребята, я поднимусь на гору, чтобы получить оттуда, там на горе, из рук Господа эти скрижали, ну, закон Божий. И они поднялись. И он поднялся. Рот остался, ждал, ждал, ждал. А потом подходят к Арону и говорят, в чем дело, мы не знаем, что с этим Моисеем там случилось, а религиозная потребность, она остается, это было домогательство. Если этого Бога нет с этими Божьими посланниками, как Моисей, и что они там наверху застряли, это было домогательство. Нам необходимо видеть Бога. Нам необходимо поклоняться, нам необходимо жертвы приносить Богу. То есть все религиозные э, атрибуты они живут в человеке. И если вот с этим Богом какие-то проблемы возникли, которого, который Моисей послал, сделай нам другого Бога. Вы понимаете, о чем речь идет? Что когда человек разочаровывается во Христе, он будет искать лжепророков. пророков. Он будет искать какие-то параллельные вещи. И они вынудили Аарона. Ну, на секунду можете представить: Сделай нам Бога. Сделай нам Бога, другого Бога. Вы понимаете, что такое религиозное э, домогательство? Мне нужен Бог только не такой, которого проповедуют новое поколение. Мне нужен Бог не такой которого проповедуют вот эти вот евангелисты, а другого, который бы удовлетворял мои потребности, что такое идолопоклонство, хотим мы или не хотим, и именно вот, эти, вот эта одержимость, и именно идолопоклонство, или как поиск альтернативного Бога, это как раз есть путь к гуманизму, который покрывается именно этой... Э, это, этим э, демонической силой. Историю продолжаем дальше. Аарон, вместо того, чтобы защитить, защитить авторитет Моисея, защитить авторитет того великого Бога израильского, он говорит, ну что ж, ну давайте, что вы думаете? Произошло священодействие, и народ Божий совершил все атрибуты, которые всегда практиковались. Сделали пожертвования, построили жертвенник. На этом жертвеннике построили вот этот идол, этого какого-то быка золотого. И что они дальше говорили? Вот Бог, который вывел нас из Египта. И дальше они начали священодействие. Библия говорит очень коротко, и Библия говорит очень, ну, как бы вскользь о том, э что там происходило. Народ сел есть, пить и стал играть. У меня вопрос, как вы думаете, во что там они играли? В футбол? В баскетбол? В теннис? Нет. Историки и богословы говорят, что там началась вакханалия. Там были оргии, там были сатурналии и вакханалии. Это был языческий обряд, когда было просто сексуальное извращение и как будто массовое помешательство. И я скажу вам, что когда народ стал прелюбодействовать, и перед этим золотым тельцом, Просто сошло помазание, в кавычках, демоническое помазание, которое обнажило в этих вот религиозных людях, которые хотели Богу поклоняться, все мерзкие, греховные похоти и прихоти. И там это был групповой секс, это были извращения всех сортов это была и педофилия, и гомосексуализм, и зоофилия. И это было страшно, потому что там это было просто как просто массовое умопомешательство. И это причина одержимости. Вы знаете, есть секс, когда просто посмотрел на женщину, есть сексуальные грехи, а есть одержимость. И это разные вещи, когда уже не ты управляешь процессом, а когда уже вот эта энергетика – пришедшая из глубин преисподней, наполнила их сознание, и там поднялся такой крик, когда люди поклонялись, раздевались, бухали и извращались, и беззаконие творили, что земля даже дрожала. Там, вверху, Моисей а, а, эм, 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 слышит этот крик, и ему, этот Иисус нам говорит, слушай, там, Крик воинский звучит. И Моисей говорит, нет, это не крик воинский. Это грех, это мерзость. И когда они опустились, представляете, что творилось? Вы понимаете, что творилось? Это 2 миллиона людей, как будто сошли с ума. Вот что такое одержимость. Когда человек создает все предпосылки в религиозном отношении, религиозном отношении. Нам нужен Бог другой, нам нужен пророк другой, нам нужны ритуалы другие. Окей, религиозное домогательство открыло все ресурсы, и бесы стали входить в женщин, в мужчин, в детей. Это был страшный грех. И что дальше Моисей говорит? Он говорит... Он разбил скрижали, потому что это было безумие. Уважаемые друзья, хоть в массовом глобальном порядке, хоть в индивидуальном порядке, мы должны понимать, что насколько Дух Святой ищет все возможности поселиться в сознании и в сердце, точно так же и дьявол. Он ищет все предпосылки, используя греховные э, наши ощущения и на э, уровне физическом, и на уровне психологическом, найти эти двери. И в данном случае свобода. Да здравствует свобода. То, что нам запрещал Моисей, вот теперь мы это можем делать. Это одна из, если говорить, из причин религиозного домогательства. А таких причин религиозного домогательства может быть очень и очень много. Вы понимаете, что Самовольное пророческое служение ведет к оккультизму. Понимаете, сколько людей, которые просто занимаются колдовством, проклиная тех других и третьих, и самое интересное, что э, с духовным миром шутить нельзя. С духовным миром шутить нельзя, потому что может открыться дверь, может создаться предпосылка, в которой дьявол может и посетить. У нас был один человек, это еще ну, лет 15-20 назад было, великолепный лидер, великолепный лидер, который вел очень хорошо домашнюю группу, она росла, он был успешный лидер, и потом мы даже еще запланировали, чтобы он стал пастором. Его звали Дельберта. Это уже классика жанра. Представляете себе человек, который служит полку. И представляете себе, что получается дальше. Мы э, э, дружили, мы ездили по городам. Ну, а его жена, она занималась э, переводом с иностранной, переводчица иностранных языков. И она была не в церкви, она была где-то в других структурах. И получилось так, что она от него ушла, потому что он слишком активно и энергично служил Богу. Служил Богу и был очень, часто был очень и очень занят. И представьте себе на одну секунду, когда они развелись, мы предложили ему, мы предложили ему, Эдельберта, просто взять каникулы и взять какой-то, ну, не знаю, тайм-аут. Ну, потому что разведенный, и сейчас необходимо разобраться в себе. Может быть, вы могли бы помириться и решить этот вопрос. И мы ему предложили и говорили, Эдельберт, давай где-то хоть на полгода возьми где-то каникулы, разберись со своей семьей и все такое. В ответ обиженка, претензии, я должен Богу служить, а вы меня оторвали от Божьих корней. Ну, такая странная была реакция. Она была, во-первых, бурной, энергичной, противоречивой. Вы хотите срубить корень. Ну, короче, там было такое объяснение, к чему я говорю, что очень часто причиной одержимости даже в сфере религиозного домогательства – является гордыня и обида неужели тебе сложно было на полгода уйти чтобы потом вернуться но он претендовал на то что он служитель и не имеет права э, э, оставлять служение после ряда после нескольких просто попыток объяснить ему что ну нельзя так делать он впал в депрессию и сказал ну, вы меня от Бога увели, и вы меня оторвали с корней, и я тогда, все, я ухожу из церкви, и он ушел. В мозгах у него стало происходить что-то очень странное. Он ушел из дома, он жил где-то под мостом, он просто как бомж начал существовать. И когда мне говорили, что он там возле вокзала, где-то под мостом, представляете, вчерашний служитель, который молился на языках, у которого был успех, ячейки делились. И просто какой-то один вот такой вот всплох, всполох такой произошел. И он просто преобразился. Он дал место дьяволу. Он начал жить где-то в подвалах, под мостами. И когда наши друзья, братья, к нему подходили, и говорили, слушай, Эдельберта, а, а, пойдем, пойдем в церковь. Нет, Бог меня оставил, и я не имею права сейчас идти в народ Божий. Я отверженный, и там начинается самооплакивание, там начинается самобичевание и обвинение, что вы меня оторвали от Бога, поэтому Бог меня оставил. Знаете, вот когда ты даешь место дьяволу и там нарушение всякой логики и здравого смысла. Пару раз мы его тащили в церковь и говорили, давай мы помолимся за тебя, за меня молиться не надо, все, я оставлен Богом. И он это, ну просто, он с утра до вечера это говорил, я несчастный, меня выбросили, меня Бог бросил. Вся эта э, трагикомедия продолжалась где-то 3-4, может быть, пять может месяцев может быть полгода и чем все это закончилось все это закончилось тем что однажды когда строители э, вели какой-то ремонт в заброшенном здании они увидели человека висящего в петле они сообщили э, в полицейский участок и выяснилось что это был как раз тот эдельберта который просто во первых бесы поселились в нем они перепрограммировали его сознание и привели его к самоубийству и когда мы увидели это все это конечно было очень грустно это была очень печальная это была очень трагическая история и я должен сказать что в этом плане даже на, будучи служителями Божьими, как важно понимать, что мы подвержены как божественной оккупации благословенной, так и демоническому вторжению, которое может привести нас к жесточайшему э, результату и большому проклятию. Конечно, его уже не стало. И для нас это был очень серьезный урок. Не давайте место дьяволу. Это тезис имеет миллион граней. <как> и когда у тебя успех, чтобы крыша не поехала, и когда у тебя какая-то неудача, чтобы ты не разочаровался, как важно держать себя в руках и не давать место дьяволу. И самое главное, чтобы гуманизм не вытеснил христоцентризм если ты служил богу не меняй бога как христос сказал как апостол павел сказал если бы кто то пришел и начал проповедовать другого иисуса анафима а израиль позволил себе создать другого бога который э, их вывел из египта сколько тысяч бог погубил тогда он как раз погубил всех одержимых людей, чтобы эта зараза дальше не распространялась. Поэтому мы подходим сейчас к концу, и моя огромная молитва и моя огромная мечта, чтобы мы не шутили с огнем, чтобы мы не шутили с грехом, чтобы мы не жонглировали Божьими откровениями и не использовали Бога в своих целях, но что Бог своей славой никому не отдаст. Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Наличие гордости даже у самых авторитетных служителей ⁇ это как раз предпосылки к тому, что может дьявол, который был снаружи, войти, и это будет очень-очень трудно и очень трагично, если этот клубок вовремя не развяжется. Поэтому, уважаемые друзья, я вас люблю, я вас благословляю и очень бы хотел в конце сказать, берегитесь, пожалуйста, тех граней, когда Дух Святой огорчается. Библия говорит, не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены в день вашего искупления. Не бегите за количеством, не, не, работайте на пиар. Чем Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, именно гордые люди, они являются легкой добычей этого демонического мира. И гордыня открывает человеческое сердце и говорит бесам добро пожаловать, а смирение закрывает двери для дьявола и говорит, Господь, да будет воля Твоя, и пусть благословение Твое пребывает. Уважаемые друзья, нас Бог избрал, чтобы мы были храмом Святого Духа, чтобы мы были жилищем Божьим, и чтобы мы стали рекламой нашего великого и всемогущего Бога. Пожалуйста, не давайте место дьявола. Храните свое сердце чистым. Не жонглируйте дарами Святого Духа. Не приписывайте себе славу э, Божью. Не пытайтесь божьими методами решать человеческие проблемы. И у нас будет все хорошо. Я вас люблю, благословляю. Христоцентризм, профессионализм и помазание Святого Духа да пребудет со всеми нами. Амин. Слава нашему Господу Иисусу Христу за сильное помазанное послание от пастора Алексея Ледяева. И в это время, в тяжелое время, мы говорим практически одно. Мы говорим о том, что нужно быть смиренным человеком, потому что смиренным Бог дает благодать. Отец Небесный, я молюсь за каждого человека сегодня, кто учится на этой библейской школе. И я прошу тебя, Дух Святой, соверши свое дело. Пусть эти глубокие истины ляжут в сердца людей, и они будут в этих сердцах как основание веры. Мы принимаем это, мы поклоняемся тебе, мы славим тебя, мы величаем тебя, наш Бог, великий, святой, всемогущий, вечно живущий Господь. Мы также просим тебя, Господь, благослови наших солдат, Передовой, поставь свою ограду, защиту. Пусть милость Твоя сопровождает их. Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся Тебе, мы величаем Тебя и благословляем Тебя, наш Господь, великий, святой, всемогущий. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты совершишь свое дело. И наша страна, она победит во имя Иисуса Христа. Аминь.